Ребята, у нас утро доброе. Что это не доброе? Фруктов поели. Сейчас будем собираться и валить на пляж. Зая, я спать хочу. Пошли, пошли на пляж и ложиться спать. Мама уже начала шморгать трошки. Все, короче, собираемся на пляж. И не знаю. И все. Так, мы уже, короче, почти собрались, только сумку напихать осталось. Что там? Матрас нам надо брать? Будем? Матрас. Не мы знаю. Мы же поедем туда. Ну и что, ну мы там час будем, а еще сегодня сколько что делать, часов 6-7. Не, ну смотри, не берем, значит не берем, или кидай в машину, чтобы в машине был. Не, он так и так в машине. Просто что у меня тут насос, ладно, нехай будет. Давай. А то он один раз только надувался, так неинтересно. Я буду только нести насос. Да? Не, на матрасе будешь купаться сегодня? Ну, Темина, конфета. Камера заряжена полностью? Да. Точно? Да, ну пауэрбанк с собой. Пока-пока. Да, да. Да, на, провод. Потому что когда мы туда приедем, она разрядится. Не, ну хотя батарея круто держит. Ладно, все, готовы? Пошли. Так, что? Не, я резинку с собой возьму. Мне там не надо, чтобы волосы телепались на волнах. Я приудел. Мы едем на пляж. Конечно, едем. Сейчас только вот мама вылезет. Барабашка. Блин, классная подушка. А вот у нас мама и бабушка. Что, багажник? Давай. 3, 2, 1. Неужели? Да. Все, я готова, поехали. Так, мы припарковались. И сейчас покажу вам мастера парковки. Диски, конечно, бомбовые. Та-дам! А то припарковался. Ребята, не так давно мы вам рассказывали о компании FTC. Так вот, если у вас есть возможность и желание инвестировать, но вы не знаете, как и куда, компания Future Technology поможет вам в этом. Сразу отвечу вам на вопрос, почему именно компания Future Technology. Первое. Стабильный доход 1,2% в месяц. Второе. Устойчивость FTC. Третье. Быстрый вывод средств. И четвертое. Минимальная инвестиция 100 рублей. Итак, заходим в личный кабинет. Так, на счет мы уже закинули 15 тысяч рублей. Теперь выбираем депозит. Депозит можно выбрать на 24 часа, на 7 дней, на 14 дней и на 28 дней. Ребята, на каждый депозит есть 1,2% ставка в день. Выбираем депозит на 7 дней, вводим сумму, которая нас интересует, и создать депозит. Депозит успешно создан. Отлично. Свою инвестицию мы уже сделали. И да, перед тем, как что-то куда-то вложить, обязательно заходите, смотрите отзывы. Многие уже приумножили свои средства. Не теряйте свою возможность и вы. Ссылочка на Futures Technology Company в описании под этим видео. А теперь погнали смотреть видос. Ты прям вот так впритык, да? Сможешь скрутить? Иди сюда. Да, вот так, наверное, где-то, да. Бо тень будет, она же дальше будет. Вот так где-то, да. Крутишь сама? Это мое. Нет. Когда вкручивать его... будешь, чуть-чуть нет. По сторонам бы его старайся шевелить, нет. Чтобы оно глубже вот зашло. Вот твое, да. Нет. За ручку крути, дай. Тенечки. Смотри, сегодня что практически штиль, а он говорит, что завтра будет сильная волна и ветер, дай. И после обеда говорит, что будет. Ну, посмотрим. Я вроде не видел, сегодня не обновлял погоду, правда, но... Печально. А я же тебе говорила, но не тут надо, там. У нас обеденный перерыв. Да? Пулик, что мы решили взять? Дыня. Пакетик скушать. Да, пакетик скушать. Дынька, вот такая вот дынька. Оп. Боже, как масло. А ты куда? Я тут. Ой-ой-ой, вообще реально как масло. Ты куда положила с ножек? Там же песок, она такая вкусная была. Так, первая проба. Папа, это твоя мечта. Ей богу. Вкусная, тверденькая. Сладенькая. Вкусная. Хорошо. Пошли за мороженым. Так, нашли себе мороженое наконец-то, наше любимое. И опять йогурт. Опять торт йогурт взял. Блин, а мне он очень понравился. И тебе мороженое.
топай, топай. Ой. Короче, на улице жара, у нас мороженое. А... Отлично. Да. Пойдем искать, где наше место. И тут папа весь в работе. Страх потерял? На отдыхе работать. Ну, пусть так конькаку с переляку. Там же пишут, что мы не работаем. Мы работаем. Видите? Вы конькаку с переляку. Быстро. Вот так вот и живем. Короче, ребята. О, тут такое прикольное эхо вообще. Я в круг разговариваю. Нормально. Папа загорает. Там вот у меня так. Же нос чуть-чуть печет и лоб. Да, папа. Уже. Папа уже подгорел. Нет, я не подгорел, просто не хочу, чтобы я подгорел как раз. Да. Пока так, Тёма где-то с мальчиком здоровается. И это, у нас сегодня предпоследний день, то, что мы здесь. О, здрасте. Вот разговаривает так громко в микрофон, что аж захлёбывается, капец. Да, мы сегодня здесь предпоследний день, мы сегодня поедем, купим. Я так не могу. А меня сбивает. Ага. Все, до свидания. Сказал пока. Короче, сегодня мы поедем купим арбузик себе, там бабушке домой привезем. Потом что-то еще поедем посмотрим, фруктов, овощей такие вот. Но здесь, ну как бы оно вроде у нас там есть такое, но по вкусу оно отличается, вот реально отличается. Короче, посмотрим, пойдем магнитики, всякие вот эти самые сувениры. Вспоминала, как называется слово. Сувениров посмотрим всем нашим привезти. Что еще? И сегодня на остров мы не поехали сюда, потому что да. Узнали, что они одинаковые. Да, папа узнал, что острова все одинаковые полностью, они просто по-разному немножечко стоят. А так все одинаковое, смысла нету ехать на другой остров, так как мы думали, что другой будет больше, круче. Нет, все одинаково там. Поэтому мы остались на пляже, заграем до последнего. Мы даже сегодня целый день питались фруктами, для того, чтобы быстрее сюда прийти и тут сидеть и загорать. Вот так вот. На какие мы идем жертвы. А сегодня чем мы будем питаться? Фрукты. Нет, мы сегодня пельмени купим. Хинкали. Вареники. Мивину. Ну, папа будет кушать мивину, а мы с Тёмой будем хинкали кушать. Ча-ча? А виноград и арбуз есть. Ночью просыпались, на ночь нахавались арбуза, это капец. Так. Ну, арбуз офигенный. Да. Я же говорю, они отличаются вкусами с теми, да, которые у нас. Арбуз это херсонский арбуз. Да. А они как раз херсонские. Да, тут до Херсона вообще рукой подать. Час езды. Час езды, да. Очень классно, очень вкусно. Короче, все, мы загораем. Да, мы сегодня, кстати, будем собираться, полностью сложим машину, все это самое, да, чтобы завтра просто проснулись, умылись, закинули еще пару пакетов и уехали. Не будешь идти купаться, буду тебя закапывать. Ты понял? Вас ждут улыбчивые бармены. Ваш шторм, охладительные напиточки. Идем. Работает массажистка Сопрал. 10 лет стажа. Понял, а потом приезжаешь от этого массажиста Костоправа и еще, блин, 10 лет лечишься. Да, так и есть. Так, пляж. А теперь идем и ищем, где же здесь медузы, чтобы их обходить. Вот так вот мы всегда и заходим. Идем и мы ищем. Вот. Обходим. Идешь и смотришь. Куски валяются. Вот, но кишки тоже... этот разбивают. Катамаран. Все, наступил? Да. Катамараны, лодки, это капец. И сюда доплывают только куски. Будь здоров, правда. Спасибо. О, гибкие ходят. Там Бэтмен. Так. Нема? А? Нету? Кого? Медуз. Присажу, нету. Вот. Дальше идти смысла нету. В принципе, все то же самое. И так люди дальше все. Не заходят. Мелко. Да, что вот. Вот здесь. Там просто не видно там... медуз, когда глубину. О, глубину жопы. Все, вот так вот дошли. Все, купайся. Вот. Сейчас посмотрите, как мы купаемся. Вот так вот. И хватит. Еще сел и сидит. Посидел и вышел. Да, так и есть. Давай, твоя очередь. Хорошо. Вот.
А там не дуйте. Я надеюсь, меня сейчас в жопу ничего не ужалит. Хорошо. У меня уже была одна, ужалила прям за попу. А? Я говорю, что у меня за попу была одна, ужалила. Волна. Кстати, сегодня самый-самый реально спокойный день по поводу волн, по поводу всего. Говорили, типа, после обеда что-то там начнется, что-то уже вечер, и ничего не видно, никаких волн. А вот это вот волны идут от этих самых, от... Ой, кусок плавает. От этих, как их? Катеру. О, от них. А вот он? Волны, что вот это сейчас идут? Это ж, блин, от катеров. Катера там ездят, и все, и ну волны да, идут. Ну да, так всегда вообще а самый так, спокойный. Да, самый-самый спокойный. Все, покупались, под ногами медузы, аккуратно, и вводим на бережок, все, хватит, хорошего по чуть-чуть. А мама вон сидит, ждет, сейчас будем ей косички плести. Да? Будем косички тебе плести, да? Да. Мы решили две большие косички заплести. Да, тут она девочка ушла куда-то, а нам понравились цвета, с каких хотелось бы сделать. Ничего, дождемся. Вот эти. Да, вот эти два цвета, дождемся. Ты видел, какой ты загорелый? Нет. Черный весь. Весь смотри, пустой. Сзади. Да нет, то и волосы у него такие, там повыгорали все. Жесть. Ага. Что, ага? Садись, посиди. Я буду спать. А? Я спать. Она любит, когда ей что-то в голове делает. Ага. Я обожаю. Я не то, что просто... Я люблю, когда кто-то любит. Да. Они страдают. А, есть, что они любят, да. Да, да. У меня есть знакомая, которая вообще не терпит. Да. Вот. Странно. Ой, кому-то есть больно. Больно? Да. Катюха моя, это самая... Она любит, чтобы ей даже просто вот так вот кончики делали. Хотя же она же там ничего не чувствует, да? Но все равно она что-то передается, она кайфует. А меня тоже вчера девочка заплетала, и я или пшикала, или что-то и разделяла, и она вот так вот... Мы смеялись с папой. Смотрите, балдеет, балдеет. Я смотрю на это, я уже запутался там глазами. Не, ну правильно, это же надо понять, как его правильно. Может, девушкам это легко понять, но... И так как я это самый первый раз... Ты же, я уже вижу, на тебе этот цвет назагорело, и вообще офигенно. Первый раз смотрела в Ютубе, в интернете, как это самое правильно плетется рыбий хвост, там еще какая-то штука изнаночная. Короче, там куча всего, куда переплетать. Сижу и думаю, ё-моё, это ж люди реально запоминают, как да, это делается. Да. На самом деле, ну такое сложно. Смотрите, поворачивать его руку, да надо, если надо. Нет, ну, не надо. Я потом буду смотреть, как у меня получается. Сама будешь учиться, да? Да. Так мне ж ваша, мне кажется, ваша мама. Можно заплатить, человек заработает. Не, ну кому-то действительно, кто-то даже ну, детям своим не заплетает, не дано, и не хочет заморачиваться. Нет, это он, видите, это сама себе этих мелких можно наплести и 50. Я когда-то плела, просто что оно косо-криво получается, ну, да, я ж не вижу, получается. Да, да, самой себе неудобно, потому а что... А когда ты видишь, что оно сверху такие да, ровненькие... Да, чтобы себе заплести, видишь? Надо ее поднять. Постоянно просит. Да? Да. А что это за камера? Это камера... Sony. Такая. Это просто современная камера такая. Экшн-камера. Видела еще. Что я показываю? Не знаю, что ты показываешь. Ну видишь, одна, короче, у тебя готова. Довольно-таки быстро. Так. Во. Сейчас, теперь еще ниточки. Ага. Круто. Офигенно, с двумя будет еще на загорелый, классно. Это самое, я могу заколоть. Да, я думаю, не надо. Не надо. Давай маму снимать, смотри. Привет. Пока. Пока. На загорелом теле, кстати, реально выделяется прикольно цвет.
Ну что, ты уже почти готова. Я? Да. Но я еще не синяя. Ты еще не синяя, не? Я знаю, что я вижу в зеркало? Что? Свои сиськи. В смысле? И все. А. Я себя не вижу. Прикольно. Видишь, вроде две штуки, а вид уже другой. Классно смотрится. А в следующем году тебе сделаем, короче, по максимуму, кто насколько способен будет. Что, не надо обрезать, ровненькие получается, да? Да. Вообще шикарно. А ну, вставай сзади, глянем на тебя. О, о, видишь, как классно. Все, отлично. А, там не гуще получилось, да? Ага, да, скосилась чуть-чуть она, да? Скосилась? Ну, ничего. Но их все равно что-то, ну, вроде по длине одинаково, а что-то там. Одни длиннее получились там в этой. Да, да. За деньгами иди, что ты? Что ты сховалась? Вообще прикольно так. Круто. Все. Мне подобается. Ну и все, хорошо. А что самое прикольное, это ты мою голову помоешь, и все равно не видно, что я мыла не могу. Так что можешь не мыть две недели, да, а то и три. Ага. Ты представляешь, какой это будет груз для головы? Какой? Не мыть голову. А прикинь, она будет блестеть, валики будет. Ничего плохо не стало, правда. О, будь здоров, Тёма. Понятно? Да. Спасибо. Пошли купаться? Да, пошли купаться и, наверное, будем уже по чуть-чуть собираться. Нет? А мороженое? Ну, ладно. А время сколько? Скажи мне, пожалуйста. О, а ты еще можно сидеть. О, тоже. Так. Вот, раз, два, три. Это все своим, капец. Домашним. Вот занимай лишний вес, мы сегодня везли с собой, да? Ну, сюда везли и назад везем лишний вес. И сюда, кстати, арбуз тоже мы везли. А, да. Спасибо. Все, спасибо. Сейчас за арбузом еще подойдем. Да, обязательно. Смотри, идем. Какая красота. Да, это мы в дорогу взяли. Ой, надо как-то открыть. Стой. Давай, ты сможешь. Да. Смотри, что вы снимаете. Мы за сосисками покушать на вечер. Что, тебе выделили ящичек? Да. Ничего себе. Сейчас еще нам дадут ящик. Я два выкинул. Оп, давай. Прекрасно. Теперь у нас арбузики доедут в целости и сохранности. Не, ну просто чтобы они... Спасибо. Правильно. Спасибо. Спасибо большое. Пока. Я вот. А дома потом расскажем, да? Отлично. Да? Все, вот всем большое дело. Спасибо. Все, мы уже почти дома, сейчас приедем домой, похаваем. Да. Так, наконец-то мы подъехали. Сейчас зайка откроет воротики. Опа. А то уже кушать чуть-чуть хочется, если честно. Прикольная прическа получилась у нее, такая яркая. Круто, ладно, сейчас заедем. Че это будет? А, подожди, не, как там? Как? Где? Ой, боже, я запуталась. Кстати, у тебя футболка под цвет этого всего. Ага, ну все. Это самое. Мы решили в последний наш вечер тут не заморачиваться с едой и погрызть лапшу быстрого приготовления. Да. Мивинка рулит. Роллтон. Нет, вот. Роллтон. Это же две разные фирмы. Да? Мы просто решили, ну, решили, привыкли просто так называть, что, типа, лапша быстрого приготовления, типа, Мивина. Да. Ну, на самом деле, они же разные есть. Не знаю, мне сегодня так захотелось что-то. Вот, с сосисками. Ну, сейчас, короче, в общем, сейчас покушаем и будем вещи собирать, всякое такое соберем, а чтобы машину... А что собирать? Оно все собрано. Вот это вот мелочь только пособирать. Ну, все равно. Останемся без завтра шмотки просто какие там одеть с собой. Все. Шорты, футболку, до свидания. Ну, все а равно. Все равно, вот эти арбузы, и это... вот это все в машине уложить, надо положить. На это, на все про все у нас уйдет полчаса. Уйдет, не уйдет, ну. Это же надо сделать. Филини, а мамы меньше всех. Мне вспомнилась реклама. Ладненько, давай, готовь. Все, готов. Сейчас покрышим их туда. Закидаем лапшой, зальем водой. И готово. Да. И все, можно хавать. Накушался? Эхе. Что? А желтый. Какой желтый? Ну, я знаю, где. Ты знаешь, где? Ну, ты же его куда ложила? А, вот я забыла, вот я и спросила. Я вспомнила, что он должен был быть там. Вот я спросила. Вот память куриная.
Девичья. Куриная. Слышь ты. Давай. Индюк. Что относить? Смотри, сколько у нас бутылок из-под чая. Да, мы чая за эту неделю выпили нереально. Но он классный. Просто его ни пить не хочется, ну, не знаю. Так что мы сейчас будем носить все в машину. Полотенушки наши новенькие. Новенькие, да. Я тоже уже забыла, что они у нас есть. И покрывало же нас вот это вот надо было. Я забыла, что они уже этот купили, сарафанчик. Думаю, о, отлично, завтра в нем поеду. Все. Давай тягать машину. Короче, ребята, вроде все собрали. Осталось завтра пару пакетиков. Капец. Бутылок с чаем сколько? Чая. Не, там мелкие, то с собой были бутылки вообще-то у нас. Один чай там. Не, чай, кого тоже мы тут пили. Одну бутылку. Еще ж по-любому что-то выкинули, да? Естественно, мы же выкидали тоже. Все. На сегодня спокойной ночи. Всем спасибо, всем пока. До завтра. Да, пока, народ. Уезжаю. Да.